Кафедральном соборе столицы Кубани, который носит имя великомученицы, прошла торжественная служба, которую провел митрополит Исидор. На литургии побывал и губернатор края Вениамин Кондратьев. Сегодня верующие возносят молитвы святой, которая жила в Римской империи во время язычников и не побоялась исповедовать Христа. Ей было всего лишь 18 лет, когда она, образованная, богатого происхождения, она приняла христианство и в открытую перед императором Максимином исповедовала веру во Христа. Естественно, это был большой резонанс для самого императора, что она посмела, простая девочка, перечить самому императору римскому. Естественно, ее прилюдно пытались переубедить. Святая Екатерина не отказалась от своей веры, хоть язычники и подослали к ней лучших философов того времени. Когда те поняли, что девушка непреклонна, ее подвергли мучениям, а затем казнили.